Радио ОНТ. Главные мероприятия во время праздника пройдут у подножия Стеллы Минск, город-герой. К вечеру здесь будет вновь многолюдно. У Стеллы состоится гала-концерт и праздничный салют. Минск, город-герой, одно из моих любимых мест в Минске. День независимости, телеканал ОНТ сделал телерадиотрансляцию от монумента. Перед нами стояла задача рассказать и показать все, что здесь происходит. Все бы ничего, но несмотря на то, что это было 3 июля, разгар лета, погода была крайне холодная, шел просто сумасшедший дождь, ветер. И ничего не поделаешь, нам пришлось собрать, так сказать, все силы и всю свою волю в кулак и выходить в эфир с улыбкой на лице. Слаженная работа команды ОНТ, интереснейшие истории людей, которые приходили к нам в гости в эту студию. Картинка получилась довольно красочная, мы испытали море эмоций, впечатлений. 3 июля несколько переформатировал мое восприятие, мое понимание профессии телерадиоведущего. За красивой картинкой скрывается тяжелая работа и трудоемкий процесс огромной команды. С тех пор это Стелла и ее окрестности, это и есть мой Минск.